Друзья, всем привет! Сегодня будем делать самоделку из вот такого вот куска фанеры. Фанера 18-миллиметровая. Что нам для этого требуется? Изначально, заготовка у нас идет 160 миллиметров. Сейчас мы отмеряем 30 миллиметров, 40 миллиметров. И еще нам нужно будет большой кусок, это 550 миллиметров. То есть три заготовки получается из вот этого обрезка. Давайте приступим. Так, друзья, я говорил, что нам нужен один, на самом деле два отрезка по 30 миллиметров и один отрезок на 40 миллиметров. Также вот на данной заготовке нам нужно отмерить 55 сантиметров и отрезать. На одном из любых концов заготовки отмеряем 5,5 сантиметров и чертим линию. Теперь я возьму коронку и просверлю два отверстия. С противоположного края от отверстий отмечаем 25 сантиметров. И проводим линию. Теперь нам нужно сюда прикрутить вот этот брусочек, 30 миллиметров который. Используя вот такие зенковки. Так, ну и вот здесь теперь на другом конце также прикручиваем изначально заготовку 30 миллиметров и на нее уже прикрутим, которая 40 миллиметров. Также зенкуем. Все, осталось нам сейчас шлифануть, то есть края все обработать шкуркой, и приспособа готова. Друзья, получился у нас вот такой вот прикольный помогатор. Все уже, наверное, знают, вот этот брусочек, он служит для того, чтобы лист вам по руке не ширкал. Почему такая ручка? Мне кажется, это самое оптимальное, мне, допустим, удобнее так таскать. Давайте попробуем взять лист, посмотреть, как у нас получилось. Так вот, с помощью такого помогатора можно очень быстро перенести листовой материал, допустим, гипсокартон. Друзья, некоторые скажут, да, зачем делать вообще эту приспособу, проще взять и отнести руками эти листы. Но опять же, одно дело, допустим, вы таскаете шестерку, да, она намного легче, здесь пятнашка. То есть вот этот лист
не такой легкий, допустим, как шестерка, да. Поэтому вот эта приспособа, она действительно очень колоссально помогает. И опять же, если к вам нужен 1-2 листа, конечно, легче руками перенести. Допустим, я сейчас строю мастерскую, у меня будет порядка 20-30 листов, поэтому на руках таскать не вижу смысла. Также эта самоделка делается очень быстро. В течение 5 минут вы можете сделать, и она вам очень упростит вашу работу. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.